ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण So today we're going to speak on the 10 offenses. Сегодня мы поговорим о 10 оскорблениях. Have you heard of the 10 offenses before? Кто-нибудь из вас слышал о 10 оскорблениях? Before I proceed, I must say that your daily worship standard is very good. Перед тем, как начать лекцию, я хотел бы сказать, что стандарт поклонения божествам у вас очень хороший. I want to thank the Pujari. Хочу поблагодарить Пуджари. Божества хорошо выглядят, алтарь хорошо выглядит. So in the Chaitanya Charitamrita it is said, Bhav janma kare yadi shravana kirtana Sabudana paya krishna pale prema dhana One may go on chanting the holy name, word of the birth, and unless one avoids the offenses, he will not be able to develop love of God. Читание Чайтамрити приводится этот стих, в котором говорится, что можно повторять Святое Имя жизнь за жизнью, но так и не развить любви к Богу. The holy name is beneficial in any case. Конечно же, Святое Имя благотворно влияет при любых обстоятельствах. Prabhupada said, the Buddha says, the taste of this liquor is Krishna. Prabhupada said, if a drunkard says, the taste of this liquor is Krishna, he'll also benefit. Шрила Прабхупада говорил, что если пьяница, когда пьет свои спиртные напитки, вспоминает, что вкус жидкости это Кришна, он тоже получает благо. After Prabhupada established ISKCON in the West, he came to India with his foreign disciples. Когда Шрила Прабхупада установил движение сознания Кришны на Западе, он вернулся со своими учениками в Индию. He came to India with 100 American disciples. Он приехал в Индию, и вместе с ним было 100 американских учеников. And they created... And they created quite a storm in India. И они создали в Индии целый шторм. 30-35 people were coming to Prabhupada's lectures every day. 20-30 тысяч человек ежедневно приходило на лекции Шрилы Прабхупады. One movie producer made a movie called Hare Rama Hare Krishna. И один продюсер он сделал фильм под названием Hare Rama Hare Krishna. The movie was called Hare Rama Hare Krishna. Фильм так и назывался Hare Rama Hare Krishna. And the movie was a big hit in India. И этот фильм он получил самые высокие места в Индии. The good thing in the movie was the Hare Krishna mantra was in the background of the whole movie. И хороший момент в этом фильме был один, то что там звучала Hare Krishna мантра на как фон в течение всего фильма. And they had a hit song, Chant Hare Krishna and Puff Drugs. И также там звучала песня, в которой говорилось «Повторяй Харе Кришна и принимай наркотики». И эта песня тоже заняла самые высокие места в этих парадах. Плюс состоял в том, что в этом фильме постоянно звучала как фон Харе Кришна Махамантра. It completely misrepresented our philosophy. Ну, конечно, большой недостаток состоял в том, что там была извращена наша философия. It showed that people take drugs, then chant Hare Krishna when they feel high. Смысл этого фильма был в том, что люди принимают наркотики, отправляются в наркотический полет, и тогда начинают уже повторять Харе Кришна. So I went to Prabhupada in 73 and said, Prabhupada, this movie is going to spoil our image in India. И в 73-м году это было. Я отправился к Шриле Прабхупаде и сказал, Шрила Прабхупада, этот фильм, он испортит весь наш имидж. Because people think we take drugs and then we chant.
Потому что люди будут думать, что мы принимаем наркотики, и поэтому мы повторяем Харе Кришна. В то время наше движение в Индии только начало свое развитие. Но это никак не обеспокоило Прабхупаду. Он сказал, не о чем беспокоиться. Люди будут слушать святое имя и так получат благо. Таким образом, святое имя, оно благотворно при любых обстоятельствах. И я упоминал уже о том, что есть один человек, который постоянно выпивает, но при этом повторяет каждый день много кругов. Но мы не находимся в таком положении. We want to make spiritual advancement. Мы хотим совершать духовный прогресс. Правда? Все хотят. Все хотят? Да. So there are three stages of chanting the holy name. Есть три стадии повторения святых имен. The first stage is what we call the offensive stage. Первая стадия — это когда мы совершаем оскорбление. Second stage is the stage of minimizing offenses. Вторая стадия — or namavasa. Вторая стадия – это на которой мы пытаемся избавиться от оскорблений или намабаса. What is the third stage? И третья какая стадия? Шуданама. 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 Pure chanting. Шуданам или чистое воспевание. How many of you would like to reach that third stage? Кто из вас хочет достичь чистого воспевания? Поднимите руки. Все чистые и преданные. So, first stage is you're chanting, maybe chanting 16 rounds, 10 rounds, following one regular principle, two, and committing offenses at the same time. И на первой ступени мы повторяем 16 кругов или какое-то определенное количество кругов. Также мы следуем четырем регулирующим принципам, но при этом совершаем какие-то оскорбления. But at least you're chanting. Но по крайней мере мы воспеваем. Да. But then when you associate with devotees, start reading Prabhupada's books, you get serious about wanting to get initiated one day, then you also begin to look into the offenses. Но на следующей ступени, когда мы уже, у нас появляется желание все-таки получить посвящение, мы начинаем более серьезно относиться к тому, чтобы избегать этих оскорблений. So as devotees, or as aspiring devotees, our goal should be to minimize the offenses. Поскольку мы все кандидаты на то, чтобы стать преданными, нашей целью должно быть свести к минимуму все эти оскорбления. I was asking Vijay Gauranga, what should I speak on today? Я спросил Виджай Гурачандру, о чем сегодня поговорить. He said, offenses. Он сказал об оскорблениях. So there are 10 offenses. The first offense is to blaspheme those devotees who have dedicated their lives for propagating the holy names of the Lord. Есть 10 оскорблений. Первое из них — это поносить преданных, которые посвятили свою жизнь распространению славы святых имен. In material life, envy is very common. В материальной жизни очень часто enemy. Envy. В материальной жизни очень часто присутствует зависть. Да. A is envious of B, B is envious of C, C is envious of D. A завидует B, B завидует V, V завидует G. We don't want to see anyone progress beyond us. И нам невыносимо видеть, если кто-то продвигается быстрее нас. And we try to criticize, fabricate stories. Начинаем критиковать этого человека, выдумывать про него всяческие истории. This is a serious offense. Это серьезное оскорбление. Lord Chaitanya was explaining that the seed of devotional service that we receive through the association of a devotee or a book will grow if you water the seed. Господь Чайтанья объясняет, что для того, чтобы то семя, которое мы получили в результате общения с преданными или читая книги, чтобы оно проросло, мы должны его поливать. The seed will grow and it becomes a very beautiful garden.
И такое семя, оно вырастет и может превратиться в прекрасный сад. But even in a beautiful garden, you let a mad elephant come in, and what happens? Но если в этот прекрасный сад впустить бешеного слона, то что произойдет? What will happen? Что случится? Это мой вопрос. He'll destroy the garden. The beautiful garden will be destroyed. Да, весь сад будет уничтожен. If we let three young kids come and play in this room, they'll destroy everything in this room. Например, если в эту комнату запустить трех маленьких детей, то через какое-то время они тут все уничтожат. So similarly, the gains of chanting can be spoiled by our blaspheming others. Таким образом, если мы начинаем поносить какого-то приятного, то все плоды нашего воспевания будут уничтожены. The many examples of the scriptures on this. И в писаниях есть много примеров тому. Arjitana Sarala, Sankara movement in Shrivasangam. Господь Чайтанья начал свое движение Санкиртаны в Шивасангаме. Have you all been there? Кто из вас был в Шивасангаме? Это вот in Blisko, наша храм. Это недалеко вот от нашего храма. So, Lord Chaitanya would perform Kirtan for hours and hours, sometimes whole night. И иногда эти киртаны Господа Чайтаньи продолжались в доме Шивасад всю ночь. There was one Brahmin who became envious. И один Брахман позавидовал. By Shiva. Шивасу. This Shiva is getting so much mercy. The Lord is every day in his house doing Kirtan for hours and hours. Этот Шива столько милости получает. Господь Чайтанья там каждую ночь часами поет. He wanted to defame Shiva. И он решил опозорить Шивасу. So what did he do? Что он наделал? Кто знает? Brought the paraphernalia to worship Durga. Да, он принес все необходимые парафиналии для поклонения богине Дурге. Liquor, meat. Вино, мясо. Kept it out of Shivas's house. Все это разложил у ворот Шиваса. So in the morning when Shivas opened the door, Шивас открыл ворота с утра, he saw all this paraphernalia. И увидел все эти парафиналии. Shivas said, "Neighbor, see, I was bluffing you. I'm actually a devotee of Durga." Он начал кричать: "Эй, соседи, идите сюда, посмотрите, я вас всех обманывал, я на самом деле преданный Дурге." I was just pretending I'm devotee of Krishna. Я просто притворялся, что я преданный Кришне. Nobody believed it. Но никто не поверил. What happened to the Brahmin who took it? И что случилось с этим Брахманом? He got infected with leprosy. Он заболел проказой. He went on suffering. Он ужасно страдал. He met Lord Chaitanya when he was going to the Ganga for his bath. Однажды, когда Господь Чайтанья пошел омываться на Гангу, ему встретился этот Брахман. Please forgive me, I was very offensive to your devotee Shivas. И он начал умолять Господа: "Пожалуйста, прости меня, я совершил такое оскорбление твоего преданного Шиваса." Вот Чайтанья сказал: "Негодяй, будешь страдать еще тысячи и тысячи лет." Но позже Шивас простил этого Брахмана. И несколько лет спустя этот Брахман уже после прощения Шиваса пришел к Господу Чайтанье. The Lord said, "I can't do anything. If Shiva forgives you, then that's acceptable to me." И он, это еще было до того, как Шивас его простил, он пришел к Господу Чайтанье. Господь Чайтанье сказал: "Я не могу ничем тебе помочь, но если Шивас тебя простит, тогда ты будешь прощен." So we should avoid blaspheming Vaishnavas. Итак, мы должны избегать хулы по отношению к вайшнавам. What happens when you hear the blasphemy from others? А что происходит, когда мы слышим, как другие поносят преданных? You don't want to criticize, but somebody else is criticizing and he wants you to hear. Вы не критикуете, но кто-то другой критикует, и вы это слышите. You say, "Prabhuji, I'm a new devotee. Please don't make me party with this." Вы можете обратиться к этому преданному, который критикует других, и сказать: "Извините, я не такой продвинутый, я не могу в этом участвовать." Радхарани spoke to the bumblebee. He has had intense love for the Lord. Однажды произошел такой случай, когда Радхарани приняла Шмеля за посланника Господа. When a devotee is once weak to the wall in the bumblebee, he is in
другого партнера. И точно так же, если мы не находим какого-то партнера, который может нас послушать, мы можем разговаривать со Шмелем. А, но преданные, они не будут разговаривать со Шмелем, они ищут себе партнера. Есть много других примеров. Один из этих примеров связан с матерью Господа Читания. Сачи Мата had a sermon of anger in her heart against Адвайта Ачарья. В сердце Сачи Маты был гнев по отношению к Адвайта Ачарье. Потому что она подумала, что это Адвайта Ачарья виноват в том, что ее сыновья принимают отречение. Он на старшего сына повлиял, теперь на второго сына влияет. She had a certain amount of anger. Поэтому у нее появился гнев. The devotees would often say, My Lord, you are bestowing your mercy upon everyone. Why don't you bestow your mercy upon your mother also? И однажды преданные обратились к Господу Читания с просьбой. Они сказали, дорогой Господь, ты всем даруешь свою милость, почему ты же не даруешь ее своей матери? My mother has offended. И Господь Читания сказал, моя мать совершила оскорбление. And when the devotees will go to Advaita Acharya and say, Sati Mata has offended you? И преданные пришли к Адвайта Ачарье и спросили, что Сати Мата оскорбила тебя? Lord will say, How is this possible? She is the mother of the Supreme Lord. How can she offend me? Адвайта Ачарья отвечал, как? Она же мать самого Господа Вселенной. Как она могла меня оскорбить? So one day the Lord was revealing his transcendental form. И однажды произошло так, что Господь Читания являл свои трансцендентные формы. And Адвайта Ачарья came from behind to offer his obeisances. И Господь, и Адвайта Ачарья подошел, чтобы предложить ему поклоны. Advaita Acharya along with Haridas Thakur had prayed that the Lord may descend to save the fallen people of Kali Yuga. Advaita Acharya и Haridas Thakur, они возносили горячие молитвы, чтобы Господь не зашел и спас людей Кали Юги. Lord Chaitanya would give Advaita Acharya a lot of respect. И Господь Читания выражал огромное почтение Advaita Acharya. Advaita Acharya appeared long before the Lord appeared. Адвайта Ачарья явился задолго до Господа Читания. But Advaita Acharya didn't like that he was getting so much respect from the Lord. Но Адвайта Ачарья не нравилось, что он получает столько почтения от Господа. So when the Lord was revealing his transcendental form, Advaita Acharya bowed down to offer respect. И вот когда Господь Читания являл свои божественные формы, Адвайта Ачарья склонился в почтении перед ним. Сати Мата came from behind, took the dust from his feet, put it on her forehead, and when the Lord saw this, he was very pleased. И в это время Сати Мата подошла к стопам Адвайта Ачарьи, взяла у него пыль и положила себе на лоб. И когда Господь Читания увидел это, он был очень доволен. So the Lord was showing that even his mother has to be careful on the issue of Vaishnava pride. Итак, Господь, Он показывал на этом примере, что даже его мать должна быть осторожной в отношении оскорбления. I told you that the Chaya would give Lord Chaitanya a lot of respect. И Адвайта Ачарья с огромным почтением относился к Господу Читания. Lord Chaitanya was giving Advaita Acharya a lot of respect. И точно так же Господь Читания с огромным почтением относился к Адвайта Ачарья. But Advaita Acharya knew Lord is Supreme Incarnation. Но Адвайта Ачарья хорошо понимала, что Господь это верховное воплощение. He didn't like that he was getting so much respect from Lord Chaitanya. Ему не нравилось, что он получает столько почтения от Господа Читания. Then he made a plan how he could be chastised by the Lord. И он придумал план, как сделать так, чтобы Господь Читания наказал его. He started preaching Mayavadi philosophy. Он начал проповедовать философию Майявады. What is Mayavadi philosophy?
Что такое майявада, кто знает? То есть это если кто-то в майе, да, это философия майявада, это значит, когда мы отрицаем личностную форму Господа. So the Acharya started preaching, Я Бог, Вы Бог, Все Бог. И вот так начал проповедовать Адвайта Ачарья. Я Бог, Вы Бог, Мы все Боги. Известия дошли до Господа Чайтанья. Это было майявадисты. Майявади всегда так говорят. You're all God. Вы все Бог. We're all Narayan. Мы все Нараяна. And let me merge in the Lord. И мы в конце концов погрузимся в Господа. Но Господь Чайтанья всегда противостоял. Have you heard that Advaita Acharya is preaching impersonal philosophy? Однажды Господь Чайтанья спросил Господа Нитянанду, ты слышал, что Адвайта Ачарья начал проповедовать имперсональную философию? Я тоже слышал. И Господь Нитянанда сказал, да, я тоже слышал. И тогда Господь Чайтанья направился к Адвайта Ачарье. Ты что, проповедуешь имперсональную философию? И он дал ему пинка своей ногой. Так он был разгневан. Большое спасибо. Я до этого Ачарья от всего сердца поблагодарил. Большое спасибо. Таков был его план получить наказание от Господа Чайтанья. Потому что Господь Чайтанья слишком много почтения ему выражал. Итак, мы должны избегать оскорблений. Что же делать, если мы случайно совершили оскорбление? Sometimes accidentally we may offend someone. Случайно кого-то мы взяли и оскорбили. So what's your best procedure out of that? Что лучше всего сделать в таком случае? Just apologize. Попросить прощения. Tell the Vaishnava or Vaishnavi, I'm sorry I offended you, this is what I did. Можно подойти к Вайшнаву или Вайшнаве и сказать, вот извините, вот так получилось. And you may think, oh, what if he doesn't forgive me? Но вы можете подумать, а что, если он меня не простит? Nothing to worry. Не беспокойтесь. You've done your duty. Важно, чтобы вы выполнили свой долг. And if the other person doesn't forgive you, that's his misfortune. Если другой человек не прощает вас, то это его неудача. Do what's always right, regardless of how the other person is going to act. Делайте то, что правильно, независимо от того, что по этому поводу думают другие или как они будут реагировать на это. And you'll never be defeated in spiritual life. И тогда вы никогда не потерпите поражение в духовной жизни. So, we should avoid taking part in offenses. And if we have taken part, we can apologize. Таким образом, мы должны избегать того, чтобы принимать участие в оскорблении, но если так получилось, что мы кого-то оскорбили, нужно просить прощения. Junior devotee or senior devotee. No one is exempt from this. Старший преданный или младший преданный, это касается всех. In the material world, they sell these soft drinks, and they say, calorie free. Есть диетическая дозировка, и они пишут, что вот свободно от калорий. Да? I mean, you people all look skinny, so you're probably not too worried about calories. Ну, тут все в основном худые, поэтому вам нечего беспокоиться о калориях. You know what's calorie? Знаете, что такое калории? So they start saying it makes my items calorie-free. Есть вот продукты, на которых пишут специально для тех, кто хочет похудеть, вот что нет вот лишних калорий. But there's no such thing as karma free. Но нет такого, что свободно от кармы. Junior devotee, senior devotee. Everyone can get affected by karma. Есть младший преданный, старший преданный, и тот и другой может получить карму. So therefore, Chaitanya said, be careful, don't spoil. Your beautiful garden of devotional service.
Поэтому Господь Читания говорит, будьте осторожны, не испортите свой сад преданного служения. So we should be very careful on this path. Нужно быть очень осторожными на этом пути. So many other examples in our scriptures of this. В наших писаниях множество других примеров. I'm not going to discuss all the offenses, because you won't have so much time. I'm just going to discuss some. Я все оскорбления не буду обсуждать, потому что у нас не так много времени, но какие-то затронем. The next is to consider the demigod, vehicle to your independence, the holy name of the Lord Vishnu. Второе оскорбление – это считать имена полубогов, таких как Господь Брама или Господь Шива, равными или независимыми от имени Господа Вишну. Who are the demigods? Кто такие полубоги? Who? Министр. Это уполномоченные администраторы. They never say we are equal to the Lord or independent of the Lord. Поэтому не следует приравнивать их к Господу и считать, что они выше Господа. In the 10th canto, you read how even the principal demigods are glorifying the Supreme Lord. И в Шримад-Бхагаватам мы можем читать, как даже самые главные полубоги, они прославляют Всевышнего Господа. So, the demigods are subordinate to the Lord. Таким образом, полубоги всегда подчинены Всевышнему Господу. Next is to obey, disobey the instruction of the spiritual master, or you consider him to be an ordinary person. Третье оскорбление – считать, что духовный учитель – обычный человек, и не следовать его указаниям. Scriptures recommend one should seek shelter of one of our spiritual masters. Священные писания рекомендуют принять прибежище у истинного духовного учителя. And Rupa Goswami says, the qualification is, Vacha Vega Manasa Krodha Vega, Jiva Vega Mudara Pasta Vega. One must have control of the mind and senses. И в Упанишамрите Рупа Госвами описывает квалификацию истинного духовного учителя Вача Вега, Мана Сакрада Вега. Он говорит, что такой человек должен обуздать ум и чувства. What is the desire of the spiritual master? В чем состоит желание духовного учителя? Is he a candidate make spiritual advance? Он хочет, чтобы кандидат в ученики совершал духовный прогресс. Get attached to the holy name. Обрел привязанность к святому имени. Get attached to the message of the Lord. Обрел привязанность к посланию Господа. Get attached to saintly person. И обрел привязанность к святым личностям. Lord Kapila Dev was explaining to his mother Devahuti how you can make spiritual advancement. Господь Капила Дева объяснял своей матери Девахути, как можно продвигаться духовно. He said, attachment to the self-realized opens the door for liberation. And attachment to the materialist opens the door to bondage. И он говорит, что привязанность к святым личностям открывает врата освобождения, а привязанность к материалисту дает возможность человеку скатиться вниз. The material world, we all have a lot of attachments. В материальном мире у нас столько привязанностей. Правда? Да, нет. Okay. We have a lot of attachments. У нас много привязанностей. But Lord Kapila says, transfer this attachment to the transcendentalist. Но Господь Капила Дева рекомендует, перенесите свои привязанности на духовного человека. What's the benefit? И какое же благо будет? If you get attached to the transcendentalist, you also get attached to his instructions. Если вы привязываетесь к трансценденталисту, это значит, что вы привязываетесь к его наставлениям. And if you get attached to his instructions, then you'll be saved from being on the wrong path. И если вы привязываетесь к его наставлениям, то вы будете спасены от соскальзывания на ложный путь. So, the point is, the desire of the spiritual master is here, the disciple makes spiritual advancement. Так, духовный учитель желает видеть, что его ученик продвигается духовно. And with faith, one should accept the instruction. И наставление духовного учителя следует принять с верой. Lord Chaitanya became a prominent Sanskrit scholar at a very young age. В юном возрасте Господь Чайтанья стал одним из главных ученых своего времени. He was in Varanasi.
Однажды он был в Варанаси. И однажды ему пришлось встретиться с Пракашанандой Сарасвати, у которого было 10 тысяч последователей. Они критиковали Господа Чайтанью. What type of sannyasi is he? He doesn't study the Vedanta, just chants Hare Krishna like a madman. Они говорили, что это за саньяси, вместо того, чтобы изучать веданту, поет, танцует, как сумасшедший. So this criticism became known to Chandrasekhar and Tapan Mishra, two devotees of Lord Chaitanya. И в этом городе жили двое преданных Господа Чайтаньи. Чандрашекар Ачарья, Тапан Миша, и до них дошли эти слухи. So they came to Lord Chaitanya. We can't stand its criticism anymore. Please come and face them. И они обратились к Господу Чайтанье. Мы больше не можем вынести эту критику. Пожалуйста, сделай что-то. Lord Chaitanya agreed to come. И Господь Чайтанья согласился. First Lord Chaitanya said, where people wash their feet before going to the temple. И когда Господь Чайтанья вошел в собрание этих Саньяси Майвади, он вначале сел в том месте, где все моют свои стопы перед тем, как войти в собрание. А все саньяси сидели на возвышении. So Lord Chaitanya revealed one of his many superhuman leelas here. И здесь Господь Чайтанья явил одно из своих сверхчеловеческих деяний. He manifested so much effulgence from his face. It looked as if they were millions of the moon and suns put together. Господь Чайтанья явил такое сияние, что казалось, как будто миллионы солнц и лун взошли одновременно. See, all the Mayavadi sitting in the higher platform could see, this man is not ordinary. И все саньяси Майавади неожиданно поняли, это же необычный человек. Prakashananda Sarasvati Thakur came and took Lord Chaitanya by the hand and took him to the higher platform. И Пракашананда Сарасвати прошел, подошел, взял Господа Чайтанью за руку и провел его на возвышенную платформу. Prabhupada said, he performed agyata sukriti. Devotion service you're doing without knowing that you'll get the benefit. Шрила Прабхупада пишет, что в этот момент он совершил агьяна сукрити или неосознанное преданное служение. You are such a prominent scholar. Why don't you sit down with us and study the Vedanta instead of just chanting the holy names on the street? И Пракашананда Сарасвати спросил, он сказал, ты такой выдающийся ученый, почему тебе не остаться вместе с нами и не изучать Веданту? My spiritual master considered me to be a fool. He said, all you're capable of doing is just chanting the holy name. That's all you should do. Вместо того, чтобы бегать по улицам и петь. И Господь Чайтанья ответил, мой духовный учитель считал меня глупцом, поэтому он сказал, все, что я могу делать, это петь, танцевать. Такого было смирение Господа, проявленное Господом Чайтанья. So why should be a fool in front of the spiritual master? В присутствии своего духовного учителя мы должны всегда чувствовать себя глупцами. The spiritual master doesn't have to be a magician or some extraordinary Mr. World. И совсем не обязательно, что духовный учитель он должен показывать для этого какие-то фокусы или стать мистером всего мира. He should just be a true messenger of the Lord. Он просто должен быть истинным посланцем Господа, который передает послание Господа без изменений. Then the next thing is, consider that the Vedic message or the Puranas are outdated. И четвертое оскорбление, которое мы можем совершить при воспевании, это считать, что то послание, которое передают ведические писания, такие как Пураны, оно уже устарело. Oh,
Многие люди сейчас говорят, да это же какие-то древние тексты, они вообще устарели, какое они отношение к нашему времени имеют. Или они вообще вот в нашей местности, какое отношение они к нам имеют? The Vedic message is universal. Но послание Вед универсально. The next is, we consider the glory of the holy name to be an exaggeration, give some interpretation to the chanting of the holy name. И два следующих оскорбления – это считать славу воспевания святых имен воображаемой и, или давать собственные интерпретации святым именам Господа. We may think, the Hare Krishna just talking with the holy name, the holy name is not so powerful. Ну, вы можете подумать, ну, святое имя, что это такое? Оно не так могущественно. We need some other mantras also. Может быть, там какие-то другие мантры нужны. So publicly, you chant Hare Krishna, privately, you will do some other mantras also. И вы тогда на публике будете петь Харе Кришна, а в тайне будете там какие-то другие мантры повторять. We should have full faith that the chanting of the holy name is capable of delivering you from the cycle of birth and death. Нет, вы должны иметь полную веру в то, что Харе Кришна Махамантра может вас освободить из круговорота рождения и смерти. You don't need anything except the holy name. Вам не нужно больше ничего, кроме святого имени. If you have more time, chant more than 16 rounds. Если у вас появляется время, повторяйте больше, чем 16 кругов. You chant 64 rounds. Можете 64 круга повторять. You chant 100 rounds. Или 100 кругов. But chant every day. Но повторяйте каждый день тогда. Do you think, besides the chanting, you need some other mantras? И не думайте, что вот одной Харе Кришна мантры недостаточно, нужны какие-то еще другие мантры. Кали кали намары Харе Кришна удар. Lord descends in the holy name. Кали Кали Нама Рупа Кришна Аватар. Господь в этот век Кали нисходит в форме святого имени. So the holy name is a special concession for people in this age. Для людей этого века это особая уступка в форме воспевания святых имен. In previous ages you had to resort to very extreme type of yagyas. Например, в другую эпоху люди должны были совершать очень богатые жертвоприношения, яги. Святые people would meditate for 100,000 years. А в Сати-югу людям приходилось медитировать в 100 тысяч лет. In Сати-югу there would be very elaborate sacrifices. В Трета-югу были очень богатые жертвоприношения, in which there were a lot of pure ingredients needed. Для которых нужны были очень чистые ингредиенты. Hundreds of pounds of pure butter oil. Нужны были тонны чистого топленого масла. In probably the people would have very elaborate worship of the Lord. Ну а в Двапара-югу люди поклонялись Господу в храме, предлагая ему богатые дары. If you want to come for darshan tomorrow to the Vodagya temple, you must bring at least 1 ounce of gold. И вам бы тогда объявили два параюга. Если вы завтра хотите прийти в Вологодский храм, должны принести с собой килограмм золота. А иначе вообще не приходите. Тогда бы этот приход был последним. Это невозможно в наш век. Поэтому Господь нам дает в этот век очень простой процесс, только повторяя Харе Кришна. Don't give your own interpretation to the chanting. Не пытайтесь также давать собственные объяснения святому имени. What is this chanting? Что такое это воспевание? It's a prayer to the Lord. Это молитва Господу. Please engage me in devotional service. Пожалуйста, займи меня чистым преданным служением. Prabhupada said, just like a child cries for the mother, this is a natural cry for the mother and father. Шрила Прабхупада говорит, что мы должны взывать к святому имени так же, как маленький беспомощный ребенок взывает к своим родителям, матери. Don't commit sins of offenses. Commit sins on the strength of chanting. Также избегайте седьмого оскорбления. Не следует совершать грехи, полагаясь на могущество святых имен. Sons of the devotees, I am now Brahman, I'm now sannyasi, this position, I've been chanting for so long,
Even if I commit some offenses, the Lord will have to pardon me. Не нужно думать, о, я теперь браман, или я теперь саньяси. Ну все, теперь Господь обязан прощать все мои оскорбления. И вы совершаете оскорбление. Prabhupada, you see, this is very serious. И Шрила Прабхупада говорил, что это одно из самых серьезных оскорблений. So we should not commit sins on the strength of chanting. Поэтому давайте не будем грешить, полагаясь на могущество святого имени. Если мы будем прикладывать усилия, Кришна поможет. Then this chanting is not a karmakarma activity. Также это воспевание не имеет никакого отношения к деятельности ради плодов карма-канды. Карма-канда – это sort of business engagement with the Lord. Карма-канда – это когда мы вступаем в сделку с Господом. I will give you this, but in exchange I want this. Вот я тебе это дам, а ты мне вот то дай. Chanting is a simple prayer. Нет, воспевание – это просто молитва. We don't preach the glories to the faithless. Также мы не должны проповедовать славу святых имен верующим. Вначале мы просто призываем людей повторять Хари Кришна, и только в том случае, если у них уже проявилась вера, мы объясняем более сокровенный смысл воспевания. И десятое оскорбление – это держаться за материальную привязанность, несмотря на воспевание святых имен. Материальные привязанности – причина нашего рабства. Поэтому держаться за эти привязанности не имеет смысла. Давайте будем избегать то, что препятствует духовному развитию. This tenth offense has another aspect: to be inattentive while chanting the holy name. Еще один аспект этих оскорблений – это невнимательное повторение святых имен. I often emphasize: if you want to benefit totally, chanting should be attentive. Я часто подчеркиваю, что если мы хотим получить высшее благо, мы должны быть внимательны. So what does it mean? Что это значит? At least when you're chanting your rounds, try and focus only one activity and not many. Когда вы начинаете, приступаете к повторению святых имен, то у вас не должно быть никаких других занятий в это время. You're eating prasad. You like being distracted? Когда вы едите прасад, вам нравится, когда вас отвлекают? No. When you're chanting, поэтому точно так же, когда вы приступаете к воспеванию, просто воспевайте. So we should avoid these offenses, and that will make our chanting more relishable. Если мы будем избегать этих оскорблений, то воспевание будет более сладостным. That will help you in cleansing the dirt from your heart. И это поможет очистить наше сердце от грязи. И также поможет нашему духовному продвижению. Кто из вас повторяет 16 кругов, поднимите руки. Но даже если вы еще не дошли до 16 кругов, все равно избегайте оскорбления. И чем более внимательны мы будем, тем больше будет наше духовное продвижение. Hare Krishna. I'm leaving some type of questions. And I have to give darshan. Сейчас мы несколько минут ответим на вопросы, затем еще будут даршаны для тех, кого мы потом записали. Yes. Вопрос. Yes. Вот если, допустим, я чувствую, что я кого-то костякую, но при этом я не готов просить прощения, и я чувствую, что я прав, и как поступать? If I'm criticizing somebody, but I feel that I am right, and I don't want to ask about forgiveness. If you feel that, well, there may be situations where you're right. Да, бывают ситуации, в которых вы правы.
Krishna Prajna doesn't mean you see something wrong, you keep quiet. Оскорбление вайшнава не означает, что если вы видите какие-то серьезные недостатки, вы просто сквозь пальцы это пропускаете. Но даже если вы видите, что что-то неправильно, то исправление должно происходить правильным образом. А не так, что идиот, ты что не видишь, это все неправильно. Это не лучший подход. I know you're very sincere. Можете сказать, Прабуджи, я знаю, вы очень искренне. But this is not right. Ну вот, это неправильно. Okay. If you want to be humble, humbly approach a person, but still you call him idiot. Why? Bhagavad Gita says, austerity of the tongue is to speak words that are pleasing. Bhagavad Gita говорит, что аскеза для языка – это произносить слова, приятные для слуха. Для некоторых это сложно. Как? Very difficult. Окей, еще вопрос? Еще вопрос. No questions on the local level. Местных преданных. Вы сказали, что если вы повторяете больше, чем на 64, то вы должны постоянно повторять. Это ты уже прочитал, то есть что, не надо повторять больше, чтобы повторять постоянно? So you said, if we are chanting like 64 rounds, we should chant it every day, not just whimsically. No, I didn't say that. Нет, я такого не говорил. Even if we don't chant every day, we chant sometimes, that's okay. Даже если вы иногда повторяете 64 круга, это нормально. One devotee told me, he heard that you can't chant more than 16 rounds because of the vow at initiation, you chant 16. Один преданный мне недавно сказал, вот на инициации обещаем, что будем повторять 16 кругов, и кто-то мне сказал, что больше повторять нельзя, раз мы обещали 16. Я спросил, кто это сказал? Окей, yes. В самом начале лекции вы рассказали историю о том, как Господь Чайтанья поспевал всю ночь в... It was just a history when Lord Chaitanya was chanting whole night in Shivastakura's house. Каково наставление для нас, стандарты, к которым мы должны стремиться, было совместное воспевание, делать тоже всю ночь или какую-то другую? What should be the standard of congregational chanting? We also should chant for the whole night. Not necessarily. Не обязательно, что мы будем петь всю ночь. Don't chant whole night, then whole day sleep. Не так, что вы целую ночь воспеваете, потом весь день спите. What should be the standard? Standard should be take 6 hours rest in the night. Get up in the morning at 4 o'clock. Стандарт должен быть такой, мы 6 часов должны ночью отдохнуть и встать в 4 утра. Если преданный совершенным образом выполняет какое-то ответственное служение, но при этом критикует других преданных, как мы должны относиться? Мы должны позволить ему дальше выполнять это ответственное служение? If somebody is very responsible in his service, but still he is criticizing others, can we allow him to continue his service? Tell him that unnecessary criticism. It's not desirable. Скажите ему, что ненужная критика, она нежелательна. It's about your spiritual life. Она будет разрушать вашу духовную жизнь. Yeah. Yes, yes. Как прогрессирует тот, кто завидует? How progress? The person who is envious, how he can progress? How? Yes. How what? How can progress one who is envious of others? If you're envious of others, you will not progress. Если вы завидуете другим, вы не будете продвигаться. You get stuck. Вы зависнете. Stuck again. Пробка возникнет.
Так же, как вот на улице в пробках мы застрял. Окей, yes. Если существует сильная привязанность к человеку, как побороть? If one has a strong attachment to some man, how he can overcome this attachment? Well, by chanting and surrendering more to the Lord. Привязанность можно преодолеть, если мы будем повторять святые имена и вручим себя Господу. We may have attachments. But attachment that is restraining you from spiritual advancement is undesirable. У нас могут быть привязанности, но та привязанность, которая мешает нашему духовному продвижению, она нежелательна. We don't say the moment you chant starting Hare Krishna, all your attachments will go away. Мы не даем такого обещания, что как только вы начинаете повторять Hare Krishna, все привязанности просто разбегаются. And use the attachments to bring everyone to the Lord. Используйте свои привязанности для того, чтобы привести других к Богу. Okay. Хорошо? Нет. В случае, если в силу запущенности отношений, то есть какие-то отношения с каким-то преданным запущены уже, и негатив какой-то уже напряг, то как можно быстро установить, может быть, есть экспресс-метод? If one has a bad relationship with some devotee for a long time, is there any way how we can change it very quickly? Yes. Да, есть быстрый способ. I'll tell you a shortcut. Скажу вам самый быстрый способ. Okay. Go and offer obeisances. Придите, but I'm not doing it about it. Придите, поклонитесь и положите в его в рот ладно. Offer obeisances. Here's the ladu for you. Поклонитесь ему и скажите, вот ладу для вас. Papa said, all disputes are settled over a ladu. Disputes. Шрила Прабхупада говорил, что все споры разрешаются с помощью ладу. Somebody offers you obeisances, begs forgiveness for his mistake. He said, no, I'm not going to forgive you. I'll never forgive you. Если вы приходите кому-то, кланяетесь, просите прощения, он говорит, нет, никогда тебя не прощу. Then you will be the loser. Тогда он будет потерпеть поражение. Not the one who did it, you think. А не тот, кто выполнил свой долг. Okay. Yeah. Это чуть не по теме. Я просто в ведической традиции есть вот этот Бхагават Саптаха, когда вот 7 дней подряд читают Бхагаватам. Я просто не слышу, у нас вот Шрурупад что-то говорил об этом. У нас традиция это есть, которая дальше выпадает. There is a tradition when they are reciting Shrimad Bhagavatam for 7 days, Bhagavat Saptaha. Is there any quote from Srila Prabhupada when he spoke something about this Bhagavat Saptaha? Well, anyway, how does it concern you? А как это к вам относится? Anyway, there are quotes of Prabhupada. Зара? Есть высказывание Шрила Прабхупады по этому поводу. So is it beneficial to come together to read Bhagavatam for 7 days? Or? No, we don't read it for 7 days. Bhagavatam takes more time. Мы читаем Бхагаватам не только 7 дней, у нас больше времени занимает чтение Бхагаватам. Для нас Бхагаватам это ежедневно и в течение всей жизни. Каждый день. Каждый день. Окей. Any other question? Еще вопрос. Да. Иногда говорят, что вот совместный киртан, он способен избавить от всех противоречий в общине, в ятре. Вот каким должен быть этот киртан, чтобы это произошло? There is a statement that we, when we
coming together and chanting kirtan, we can resolve all the problems between each other. And what kind of kirtan should be that all problems would be resolved between us? As usual. Это должен быть такой же киртан, как всегда. There's no particular melody or melody for resolving disputes. Нет какой-то особой мелодии, которая помогает разрешить все проблемы. Нужно собраться вместе, петь и танцевать. Хороший вопрос. Что-то местное преданное ничего не спрашивает. Я отдаю предпочтение местным преданным. Окей. Да. Понятно. Вот есть сейчас много ретритов. Поводится, проводится по воспоминанию святого имени. И там есть разные методики для того, чтобы ум привязать к воспеванию, чтобы не отвлекался. Там, в уме молитву произносить, там, например, на второе имя, например, на Кришну, да? Признаешь, о Кришна, пожалуйста, прими мой ум, там, или там другие еще молитвы. Так вот, обязательно ли вот таким способом прибегать, это очень трудный способ, ну, для меня уже трудный. Может быть, просто на звук святого имени этого достаточно будет? Now we have many retreats about the holy name, and there are different recommendations how we can control our mind. Like, there is a recommendation when you are chanting, you can concentrate on one name and you can pray that please Krishna accept my mind, or something like this. But it seems like a difficult procedure. Is it enough just to try to chant and hear? My advice is simple. Мой совет вам простой. But if you're gonna chant, just chant and hear and don't get into anything. Просто когда вы садитесь воспевать, воспевайте и слушайте, и больше ни на что не отвлекайтесь. If you want to give a picture of the Lord and Prabhupada, of course. Лучше, хорошо будет, если перед вами будет изображение Господа Шрилы Прабхупады. So I have to start with this point. На этом мы должны остановиться. Very happy to be here. Я был очень счастлив быть вместе с вами.